Чего распелся ты так рано над крыльцом? Кукушка из лесу скворцу прокуковала. Ах, если бы, кукушечка, ты знала, ей отвечал скворец, я нынче стал отцом. Теперь мне впору петь с рассвета до заката. Скворечники моем пищат мои скворчата. Я полон гордости, растет мой скромный дом. Вот невидаль. Нашел же, чем гордиться, кукушка из лесу в ответ. Чем удивил ты белый свет? По мне, так лучше быть свободной птицей. А где несешься ты? В любом чужом гнезде. А где твои птенцы? Не знаю где. Везде. Да кто ж выводит их? Другие их выводят. Я не из тех, кто в этом смысл находит. Семья мне не нужна. Я жить одна хочу. Куда задумаю, туда и полечу. Где захочу, там прокукую. Вот, скворушка, тебе бы жизнь такую. Нет, отвечал скворец. Пример моих отцов подсказывает мне иметь весной птенцов. И надо же такому вдруг случиться. Пернатый хищник, старый вор, скворчатинкой задумав поживиться, явился вдруг к моим скворцам во двор. Но грозно встретила его семья скворцов. Едва отбившись от птенцов и от отцов, разбойник улетел. А на лесной опушке он с одинокой встретился кукушкой. И все ж позавтракал, в конце концов. Ясна моя мораль. Нет повода для спора. В беде семья опора.